Женя, иди сюда. Здравствуйте, мои хорошие. Ну, я же обещала вам показать, как я живу и где я живу. Сразу еще раз повторю, я не идеальная хозяйка. Не идеальная. В общем, так, смотрим. Вот мы вошли в дверь. На стене висит с правой стороны ключница, домофон и вот такая вот мебель. Внизу вот у нас что стоит. На полу у нас коврик. На противоположной стене вешалка. Вот так вот все на вешалке. Здесь Женькино местечко. Здесь Женькина шлейка. Мои перчатки и Женькин горшок. Вот такой шкаф у нас за дверью стоит. Там хранится много-много-много-много-много всего. Показывать не буду. Даже не надейтесь. Так, дальше поехали. Прихожая. Входим, сразу натыкаемся на мою самую любимую сумку. Сумка на колесах. Не стеснялась никогда ходить с сумкой на колесах. И купила себе вот такую небольшую модель. Здесь у нас стоят банки, потому что мы собираемся ехать на дачу. Так, как бы это так показать, чтобы это было все видно? Вот вид, когда выходите из кухни. Вот такой вид. Мебель мы эту приобретали, как только въехали в эту квартиру. Вот, поставили вот так вот углом. Много всего вмещает она в себя. Почему столько много мебели в прихожей? Потому что мы до этого жили в двухкомнатной квартире. Потом эту квартиру отдали Аллочке, свою двухкомнатную, а сами переехали в однокомнатную квартиру. И, естественно, нужны были шкафы, чтобы все это уместить. Так, ну что, пойдемте в комнату. Вот мы входим в комнату. Обожаю такую мебель, как стенки. Знаю, молодежь их не любит, но я люблю. Туда можно много всего уместить и набить. Так, прикроватная тумба, мои принадлежности. Сюда не смотрим, здесь я рыбу заворачиваю. Так, вот мой диванчик, на котором я сплю. В уголочке спит Женька, когда я его собираю. Вот моя любимая овечка, которую я сделала в прошлом году, году овцы. Ты моя сладкая, ты моя дорогая. Вот, ну и стеночка. Стеночка изначально была меньшего размера. Но так как нам надо было куда-то уместить вот такой огромный телевизор, мне пришлось заказать вот эту тумбу. Они ее сделали по фасадам таким же, как основная стенка. Она, конечно, немножко отличается по цвету. Но, в принципе, знаете, так вот, ну, как будто бы блики так падают. Посуда. Наверху тоже было стекло прозрачное. Ну, и ничего такого туда уже положить нельзя было. Поэтому я купила вот такие виниловые салфетки и загородила ими окошки. Так как я работала в керамической фирме, мы там делали всевозможные фигурки. Вот такие, в виде копилочек, вот такие. То я себе накупила, конечно. Я это сама не делала, я делала что-то другое. Я не знаю, есть тут или нет, я башмак. А, нет, башмак я тоже не делала. Это Аллочка делала башмак. Кстати, вот этот башмак делала Алла сама. Когда училась в художественной школе, спускалась ко мне в подвал. Сейчас я его поближе покажу. Вот, сюда, что ли, поставить. Вот, Алла этот башмак делала сама. Мы эти башмаки, это карандашница, мы эти башмаки делали на продажу, делали у нас мастера. Вот. Ну и Аллочка у меня решила попробовать сделать, и вот у нее вот все, в принципе, прекрасно получилось. Но этот башмак Алле подарили, ну я его и забрала с собой в новую квартиру. Так, башмаком я похвасталась. Так, ну и всевозможные разные фигурки, книги, фотография Аллочки, подсвечники. Все открывать не буду. Так, вот стоит наш старенький ноутбук. Видите, да, вот там вот вдалеке. Ну вот он очень-очень плохо работает. Машкины игрушки, моя икона бисером. О, извиняюсь, вещи на стуле. Ну вот я говорила, канал не причесанный, так что мои цветы. Так, вот мой фикус Бенджамина, но он почему-то не меняет цвет. Он один зелененький, хотя должен быть зелененький с желтеньким. Вот такой фикус Бенджамина. Вот такое кресло. Вот такая Женька. Женя. Вот наш диванчик. Вот мое вышивальное местечко. Вот я уже много
вышила шоколадные ночки. Сегодня у меня отчет совместники. Вот здесь я сижу, вышиваю. Моя лампа лупа, которая меня выручает и помогает мне вышивать. Коврик на полу, на который, слава богу, Женька уже не писает. Гантели, которые муж просил купить, и я тащила из Вавилона. Хорошо, мужчина в трамвае помог Насте донести до дома. Муж не занимается. Здесь мой бардак, прошу не смотреть, это я вышиваю. Ну, в общем, вот такая комната. Мы вроде ремонт везде сделали, но двери еще не меняли. Ну, денег нет, прямо скажем. Когда будут деньги, тогда поменяю. Сейчас расскажу вот о тех деревяшках, которые стоят. Женя со мной не спит. И с папой тоже она не спит. Женя спит в своем месте. Но так как двери старые и от прошлых жильцов, видите, они какие вот выломанные, мы еще их не успели поменять, но денег нет, когда будут, тогда поменяем. Мне приходится вот этот проход от Жени загораживать, чтобы она ко мне не входила, потому что человек должен отдыхать ночью. Ну, ладно, расскажу про это потом. Вот так выглядит комната, вот так выглядит комната, вот так. Не знаю, видно, не видно, в общем, короче, она вот такая. Вот такая, вот здесь вот мы катались на гироскутере с Аллой. Спрашивали, где у меня холодильник. Холодильник у меня стоит в коридоре. Вот так у меня двухметровый монстр стоит в коридоре. Вот здесь Женькина миска стоит на тряпочке. Ну, я так люблю, меня так устраивает. Моя гордость – это вот этот шкаф. Когда была эта однокомнатная квартира в Митино, ну вот мы поменяли квартиру из Митино сюда, вот здесь был огромный короб, и ничего поставить было нельзя. А здесь короба нет. И теперь я сюда заказала шкафчик, где хранятся мои консервации. Очень горжусь этим шкафчиком. Вот, смотрите. Вот тут стоит консервация, мои баночки всевозможные. Ну и муж, конечно, отвоевал часть. От муж отвоевал под свои инструменты. Хотя у него есть и свой шкафчик для инструментов. Все, в принципе, предусмотрено. Так, ну на кухне мы уже с вами были. Ну, зайдем еще раз, просто так вот обзорно посмотрим. Маша подарила мне вот такую вот аппликацию, сделала своими лапками золотыми. Вот я ее поставила, чтобы она была всегда у нас перед глазами. Вот такая вот красота. Так, ну что, любимые обои. Вот так. Мало что, в общем-то, с тех пор изменилось. Единственное, вот игрушка Женькина, надо ее выбросить. Вот, так. Вот, кстати, я начеренковала Аллочке цветок. Спасибо девочке, которая мне дала ссылочку на название цветка, и я теперь умею с ним обращаться. Так, теперь выходим с кухни. Здесь двери тоже не меняли. Не меняли старые двери, которые были при бывших хозяевах. Так, заходим в ванную комнату. Еще раз повторю, не идеальная я хозяйка. Вот на двери у меня висят два банных полотенца. И фартук. Дальше входим. Женькина пеленка. Я вам тоже о ней рассказывала. Дневной вариант. Стиральная машина. И та-дам! Вот такое чудо у меня тут стоит. По первости я даже пугалась. Оно стоит на стиральной машине, но он мне нужен, потому что я иногда вижу кофточки, вижу шали, и манекен мне просто необходим. Так, бутылка здесь стоит, потому что я ее помыла. Мы ее на дачу собираемся забирать полную водички. Машина стиральная у меня называется LG. Машина шикарная. Обожаю свою машину. Очень люблю. Купила ее по совету дочери. И ни разу не пожалела. Она мне кажется где-то написана. А, это машина осталась. Вот они. Прервали наш рум-тур по квартире. Нарисовались. Привет. Девчонки мои, привет. Всем привет. Вот, всем привет. Так, сейчас на фоне будут они говорить, а я быстренько закончу. Продолжаем. Дальше. Унитаз прекрасной фирмы Идис. Замечательный просто. Здесь веник, совок и швабра. Так, здесь полотенце для рук. Здесь, чтобы наводить красоту. Ну и гигиену. Так, дальше поехали. Раковина стандартная. Зеркало стандартное, душ, плитка бежевая с коричневым, так, коврик, тазик и принадлежности.
Так, и голубая занавеска совершенно не в тон, но не могу ее снять, потому что мне ее подарила хорошая знакомая. А вот и Маня пришла лапки мыть. Ну, в общем, и все. Здесь тоже двери старые. Двери мы здесь тоже не меняли. Со временем поменяем, не все сразу. Так, вот этой доской я загораживаю свою дверь, чтобы Женя ночью меня не беспокоила. Вот. Вот она красота, вот она. А что это, Маша? Смотрите, Маша какую поделку мне принесла. Избушка на курьих ножках. И, держи, Маш. И даже окошечки открываются. Вот так вот. Представляете, какая красота? Молодец, Машуня, умничка моя. Еще у нас есть питомец, Женька. Вы о ней знаете. Вот она моя лохмота, дорогая. Вот она бегает. Игрушки, как в любом доме, где есть собаки, разбросаны. Разбросаны, да, Женька? Вот здесь у двери домик Женькин. Вот такой вот смешной вигвамчик. Она там спит. Повторюсь, с нами она не спит. Домик, конечно, немножко погрызенный, но это еще она с детства погрызла, еще когда на даче была. Вот. Вот здесь у холодильника у меня Женькина миска на тряпочке, потому что очень часто она пьет, из шерсти у нее все это капает на пол. И если иногда я даю ей жидкую еду, тоже пол будет закапан. Поэтому на тряпочке все это у нас здесь стоит. Мне так удобно. Мне так удобно. Никакой красивый коврик я стелить не стала. Многие скажут, вот, надо было красивый коврик постелить. То есть, представляете, каждый день стирать этот красивый коврик. Нет, не за то. Вот так. У нас так. Я так живу. Ну и последнее. Это наша лоджия. Вот такая лоджия у нас есть. Вот тут шкафчики. Вот тут вот я иногда вешаю белье на эту решетку. Вот, так что вот такая вот лоджия. Вот она. Вот. Ну и вот такой вот вид из окна. Та-дам! Вот такая красота. Ну, в общем-то, и все. Теперь вы знаете, как я живу. Пойду с дочерью пообщаюсь и с внучкой.